Итак, вы должны очень нежно, по-доброму и аккуратно относиться к тем людям, которые не стремятся к знанию, и даже не намекать им на то, что они должны меняться. Даже намека не давать. Потому что ваше правило такое: примите человека рядом с собой, потому что он ваша судьба. И это принятие, это называется первая стадия изменения в его сердце. Вот вы приняли человека, что значит? Молились, молились, старались, старались, бегали, прыгали. И все, вроде могу с ним жить. Приняли. Вот с этого момента, как вы приняли, это называется доброта, состояние сознания. С этого момента вы сможете, он уже начинает меняться. Вот вы его просто приняли, он уже будет меняться. Близкого человека невозможно перевоспитать, потому что он является твоим наказанием. Чем больше ты наказание воспитываешь, тем хуже. Допустим, с тобой рядом стоит палач, и ты говоришь: «Ты жестокий человек!» Палачу. Он говорит: «Сейчас разберемся. Ложись, сейчас будем голову отрубать». Он говорит: «Так не сейчас же, теперь придется сейчас, нечем было выступать». Ну то есть, если ты как бы своему палачу начинаешь на него орать, результат какой? Еще хуже. Ну то есть, ты не понимаешь, что близкий человек тебе дан для чего? Для того, чтобы тебя мучить, что ты же что-то набедокурил там в прошлом. А если бы ты не бедокурил, ты вообще на землю не попал. Ты родился в раю где-то там, и там ангелы вокруг тебя бы окружили. А здесь ты попал на землю, и кто тебя окружает? Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. Вот. Итак, если вы увидели, что вы начали развиваться, работать над собой, все восстали вокруг вас, это значит, что ваша судьба прошлая, вы в прошлой жизни не хотели развиваться, бунтовали против этого, и Бог вам показывает вас в прошлом. Он говорит: вот смотри, как ты себя вел. И все бунтуются, говорят: не надо тогда идти, это плохо. И вы идете дальше. Приходит время, все успокаиваются. А потом дальше они начинают меняться сами. А потом дальше за ними, кто идет, тоже начинают меняться. У меня этот веер уже настолько сильно разросся, что у меня меняются мои одноклассники, с которыми я вместе учился. Они мне звонят, говорят: я меняюсь. Я начинал меняться. Одноклассники, одногруппники, дальше, дальше веер расходится. Моя двоюродная сестра 2 года слушала мои лекции, жива в Израиле. 2 года слушала мои лекции и не знала, что это я. Ей подружка сбрасывает лекции, она слушает, как ей нравится. И она потом через 2 года: а кто вообще читает? И подружка говорит: его зовут Тарсунов Олег. Она говорит: не может быть, это мой брат. Взяла видео, смотрит, точно. Прикольно? Я поехал в Израиль, вот никогда не ездил, чтобы специально, чтобы там лекция организовать, чтобы с ней встретиться. Вот, мы с ней, ну, виделись только, когда были маленькие дети. Сейчас дружим. Все соединяется, когда человек благостно живет, у него все меняется в жизни. Но ему надо вот этот переходный этап пройти. Переходный этап очень болезненный, потому что люди в благости, когда они из страсти в благость переходят, они вместе с собой страсть туда несут и становятся на время фанатиками. И в это время начинают рушить все вокруг. Они говорят: вы живете неправильно, лекции надо слушать. Ну, то есть на всех нападают, бросаются, мучают всех вокруг. То есть это страшные люди вообще. Страшный просто очень. Вот, поэтому нужно этот этап фанатизма смягчить как можно сильнее. То есть надо стараться в себе это гасить. Никого не мучить, никого не трогать, всех успокаивать. Если вас говорят: ты что, прямо в секту попал? Да нет, я просто вот этим интересуюсь. Даже если вы уже в секту попали. Надо так им говорить, чтобы они ни в коем случае не расстраивались.